Итак, я зашел в Майнкрафт уже пятый раз, так что здесь... Блин, мой же домик взорвали, что мне теперь делать? Всем привет, ребята, с вами, как обычно, я, профессионал в Майнкрафте, и вы посмотрите, кто к нам пришел. Это же тот опять нубик, ребята, он уже к нам пришел в пятый раз, и поэтому я предлагаю опять его затроллить зельем невидимости, так что давайте выпьем. Так, все, теперь мы невидимые, давайте подлетим и посмотрим, что он делает. Так, ну как я и хотел, сегодня я начну строить себе супер крепость, чтобы никто, никакие монстры, никакие огурцы к ней не пробрались. Но для этого мне нужны ресурсы, их так долго копать, но придется мне, видимо, копать ресурсы. Так, ребята, давайте поможем нубику, давайте скинем ему несколько стаков земельки и, допустим, камня. Я думаю, этого должно хватить для его супер крепости, как он говорит. Так, вот тут скинем, давайте, оба. О, Майнкрафт дал мне ресурсы, спасибо, Майнкрафт, моя земелька, красивая земелька, булыжник, да у меня будет самая лучшая крепость. Так. Начну прямо отсюда, вот так вот. Так, ребята, нубик начал строить свою крепость, нифига себе, какая она у него большая будет. Ну и вот здесь вот из земли. Так, давайте поможем ему, вот так вот, давайте вот так стеночку поставим, так. Блин, вот. Для строительства крепости мне, наверное, понадобится еще дерево. О, она так далеко находится, я не хочу туда идти. Может, я прямо здесь смогу дерево вырастить? Так. Ну, зайду в интернет и посмотрю, как вырастить дерево вот-вот, прямо вот в моей крепости. Так, ребята, нубик пошел походу смотреть в интернет, как вырастить дерево, лол. Ну, я думаю, у него нету ростков, поэтому давайте ему поможем, давайте кинем ему, ну, к примеру, полстака костной муки и давайте дадим ему один саженец. Давайте прям перед ним вот это кинем все и посмотрим на его реакцию. Я думаю, ему будет очень приятно, когда он зайдет и увидит вот это вот. Ну все, я узнал, как вырастить дерево. И мне для этого... О, это как раз то, что мне нужно. Вот я прямо вот здесь вот начну выращивать себе дерево. Вот прямо здесь я посажу дерево. И надо вот сделать теперь вот так. Нет, что не растешь, давай расти. Давай, давай дерево, ну. Пришибло! Меня дерево пришибло, ты чё, дерево, офигела что ли совсем? Я тебя срублю, я тебя сломаю, ты за все поплатишься. Получай дерево, я тебя срублю, ты мне ничего не сделаешь больше, на. Вот так вот, дерево. О, офигеть, ребята, всё. Смотрите, что этот нубик творит вообще. Ну и все, теперь я продолжу строительство своего замка. Так, офигеть, ребята, блин, это так угарно реально, он умер от дерева, блин. Окей, давайте вот эту листву сломаем, чтобы она нам не мешала. Так, и давай... Ты как быстро листва исчезла. Ха-ха, так, он это заметил. Он продолжает строительство своей крепости, давайте поможем ему. Вот так вот сделаем. Вот так вот как-нибудь. Вот так вот, да, нормально все. Окей, он вроде не палит пока. Так, ну я вообще, я такой мастер строительства, я так быстро построю тут крепость сейчас. Так, окей. Вот так вот. Что-то он там говорит. Давайте заспауним вот этого слизня и посмотрим на его реакцию, что он будет с ним делать. Так, ну-ка. Ой, какой-то маленький слизень, давайте заспавним другого. Вот так вот. О, отлично, так. Ого, что это за попрыгунчик здесь прыгает? Давай попрыгаем с тобой вместе, надеюсь, ты мирный? Ты что, идешь на меня? Ты мирный? Ты что, меня бьешь? Иди отсюда. Я тебя убью сейчас. Уйди, я тебя убью. Так. На, блин, у меня одно хп осталось, на. Уйдите. О, тут безобидные попрыгунчики, они меня не трогают. Давайте мы с вами подружимся и будем прыгать вместе. Ой, прости, пожалуйста, я не хотел тебя убивать. Ну ладно, ребят, вы тут пока бегайте, а я к вам в скором времени вернусь. Так, нубик, походу, опять пошел строить свою крепость. Окей, давайте устраним вот этих вот слизней, чтобы они нам мешали в дальнейшем, так? И давайте... А куда упрыгали эти попрыгунчики? Окей, он вроде запалил то, что слизни исчезли, но он не запалил меня, это самое главное. Так, смотрите, какой нубик уже крепость построил, довольно-таки большую, реально. Так, окей, давайте немножечко помешаем нубику, чтобы он не так быстро строил свою крепость. Ну-ка, давайте, вот так вот. Ты чё, Майнкрафт, верни блоки, которые ты же мне дал блоки, куда ты их забираешь? Вот так вот. Давайте вот тут сделаем дырок несколько, вот так вот. Блин, какая плохая крепость у меня получается. Так, ладно, пока нубик чинит свою крепость, у меня возникла идея. Давайте сделаем очень крутую ловушечку. Для этой ловушечки нам, ребята, понадобится железная дверь и плита. Я думаю, вы уже догадываетесь, что это за ловушечка. То есть она делается как-то вот так вот, если мне не ошибает моя память.
Так, и если мы зайдем... Да, все, ребята, ловушечка готова. И, короче, как только нубик войдет вот сюда, наступит на эту плиту, его закроет, короче, он уже не сможет выйти отсюда. Давайте наблюдать, что он будет с этим делать. Так, ну-ка, оба. Ты чё? О, тут прикольные железные двери стоят. Их можно вот поставить вот прямо вот сюда, вот. Это будет отличный вход в мой замок. И тогда точно никакие монстры туда не проберутся. Ух ты, что это за плитка тут такая? Опа! Дверь, вы чего? Вы чего двери дурацкие? Выпустите меня! Так, я вас сломаю сейчас! В чем меня бьешь, дверь? Отстань! У меня есть каменная кирка, я вас сейчас сломаю! Уходи! Открой так, меня, я тебя сломаю! Хватит меня бить! На! Получай, дурацкая дверь! И тебя я тоже сломаю! На! Так, оба, давайте вот так вот сделаем. Че, поняли двери? Сами ушли отсюда, испугались меня! Офигеть, ребята! Так, ребята, этот нубик, наверное, не знает, что двери железные нельзя просто так открывать. Ну-ка, посмотрю, что он с ними будет делать. Блин, как-то неровно стоит. Надо убрать вот эту и куда-нибудь ее в другое место поставить. Вот так вот. Ну все, теперь можно войти внутрь своего замка. Ты что не открываешь? Ты что, опять шутить со мной хочешь? Уходи! Уходи, дверь! Так, стоп. А тут же была плита! Нужно скрафтить себе еще одну плиту. У меня как раз есть для этого дерева. Она пришла оттуда, поэтому... Вот так я войду и... Так. А, надо скрафтить еще одну вот отсюда, вот так, чтобы входить. Опа, ох, как хорошо. Так теперь я думаю... Какой умный нубик. Так, окей, наблюдаем дальше. Теперь, думаю, надо построить себе лестницу наверх и уже заканчивать строительство своей крепости. Так, я уже почти достроил. Осталось сделать вот так вот, как в самом настоящем замке. Так, ребята, давайте сделаем кое-что, а именно заспавним ведьму, посмотрим, что он с ней будет делать. Так, давайте заспавним его прямо в его замке, так. Ну-ка, давай, замечай, нубик, пожалуйста. Как прекрасно это выглядит. Так, ой, неровно немного. Чё какая-то ведьма ко мне пробралась в замок? Ты чё, иди сюда, ты мирная ведьма? Ты чё меня кидаешься какой-то штукой? Что? Почему я медленно стал бегать? Ты чё меня килл? У меня хп тратит, я тебя убью сейчас. Не трогай меня, уходи. Я тебе по-хорошему говорю, уходи. Дверь открыта, уходи отсюда. Ты чё меня бьёшь, блядь, 3 хп осталось? Ты чего? Фух, пол хп осталось. Бац. Ведьма, я умер от этого отравления. О, ребята, как смешно. Так, я хотел себе еще скрафтить сундук, верстак и поставить их прямо вот здесь. Вот так. Так. А, можно еще сзади поставить себе дверь. А ну-ка, ребята, давайте его шандарахнем молнией. Так. Так, скрафтим себе сундук. Даже так, можно ребята, два. Ребята, давайте подлетаем к нему и делаем вот так вот. Какая молния? Сейчас же нет дождя. Какая нафиг молния? Оставь меня в покое, дай крепость достроить. Я горю. Надо в реку быстрее. О, все, я перестал говорить. Так, надо еще себе что-нибудь скрафтить. Давайте еще раз ударим молнией, ну-ка. Вот так вот. Да дурацкая молния, ты че меня бьешь? Дурацкий Майнкрафт, отстань от меня, дай мне построить крепость, уходи. Не надо мне тут ничего. Где мои вещи? У него вещи сгорели, ребята. Мои вещи сгорели, я не смог достроить. В принципе, мне чуть-чуть осталось. Можно и в следующий раз крепость свою достроить. Так, ребята, давайте заспавним вот этого вот крипера и сделаем его заряженным. То есть сейчас мы ударим молнией. Смотрите, какой крутой у нас крипер получился. Так, только он почему-то горит. Надеюсь, он сейчас потухнет. Так, и короче говоря, этот крипер реально очень крутой. Он очень сильно бабахает. И давайте посмотрим, что с ним будет делать нубик. Он же очень любит криперов у нас с вами. Так. Так, надо посмотреть, что здесь происходит. О, тут супер мощный огурец бегает. Ну-ка, спущусь как я к нему. Он моему замку ничего не сделает. Так, осторожно. Спускаемся вот тут по моей лестнице. Так, давайте посмотрим, что он будет делать. Ну чё ты, ничего мне не сделаешь? Иди сюда, я сюда. Он вошел в мой дом! Нет! Уйди! Посмотрите, что происходит, ребята. Тихо, блин, я сейчас лишусь своего замка. Уйди, нет. Так, ну-ка, давайте так вот сделаем. Ты чё, уходи, нет. Быстрее, назад в замок, быстрее. Осторожно. А, он опять здесь, уйди. Тихо, он взорвётся сейчас. Так. Давай, уходи. Крипер, пожалуйста, взорвись. Так. Нет, уходи, нет, ты не знаешь. Ёкумена, вы посмотрите, как он круто взорвался. Капец, мой замок, что произошло? Дурацкий огурец мощный, все взорвал.
У меня верстак остался только. Ну все, я устал в это играть. Ну ничего, в следующий раз я зайду, я отомщу всем огурцам, которые здесь появятся. Я их всех убью, я сделаю оружие против огурцов и убью их всех. До свидания. Ребята, нубик ливнул. О, мы его, походу, вообще заколебали уже. Так, давайте выпьем молочко, все, так. Ну и, в принципе, ребята, вот такая вот у нас получилась 5-я серия троллинга нубика «Зелем невидимости». Если она вам понравилась, то давайте наберем 9000 лайков, и как только мы их наберем, а именно 9000 лайков, я сразу же выпущу 6-ю серию троллинга нубика «Зелем невидимости». И, в принципе, ребята, пишите свои идеи, как можно еще затроллить нубика, и на этом, я думаю, заканчивать. С вами был я, Даг. Всем удачи и всем пока, ребята!